Уже несколько лет подряд район Акулы проводит фестиваль арбузов. В этом году жители села Шарбакты продолжили эту традицию. Свою продукцию представили более 20 хозяйств. В этом году в районе Акулы арбузы были высажены на площади около 2000 гектаров. Урожайность составила почти 400 центнеров с гектара. В настоящее время бахчевые собраны с 80% площадей. Плоды летнего труда крестьян были представлены на праздничной выставке. Наш Шарбакты стал своего рода меккой арбузов. Благодаря им про это село знают по всей республике. Спасибо большое нашим бахчеводам, что откликнулись на идею проведения фестиваля. На праздник приехали со всей области. Спасибо им большое. В последнее время аграрии района активно реализуют метод капельного орошения. Один из них, Жомарт Канафин, начал выращивать арбузы 7 лет назад. По его словам, капельный способ полива имеет много преимуществ. Именно с этого метода я и начал. Почти 2 года я был один. Потом ко мне стали люди присоединяться. Учились, потом сами учили. Первый арбуз получили 14 июля. Начали продавать в Павлодаре. Всего в районе арбузы выращивают более 20 хозяйств, половина из которых перешла на капельное орошение. В рамках торжественного мероприятия были отмечены крестьяне, своим трудом заслужившие награды. Я выращиваю арбузы уже 25 лет. Тогда это было для меня новым делом. Сейчас у нас есть некоторый опыт. В этом году у меня 20 гектаров. Арбузный фестиваль – праздник всех жителей района. Традиционно была организована выставка арбузной продукции. Мы делаем торт «Мир детской фантазии». Этот торт состоит из 3 частей, которые мы теперь видим. Мы говорим всем рахмет. В ходе фестиваля были созданы спортивные площадки. Собравшиеся играли арбузами в шашки, боулинг. Также проводился турнир по казак-крессе. Мурат Белмажит, Жансел Серикбол, Юрий Белецкий и это сакпарат из района Акулы.